Що ж, друзі, ми продовжуємо. На студії вже наш наступний гість. Це заступник начальника морського спеціалізованого порту Нікатера Анатолій Петров. Вітаю вас. Здравствуйте. В театру потрібні друзі, і вони у нього є. Ви вважаєтесь партнером театру. Скажіть, будь ласка, чому ви підтримуєте саме театр наш Миколаївський? Ну, наше підприємство, морський спеціалізований порт Нікатера, підтримує не только театр, но и культуру, которая есть в городе Николаеве. Поэтому 9-й фестиваль Homo Ludens – это человек, который играет, это знакомство прежде всего с другими театрами, которые у нас выступают, с различных уголков Украины. Вот. Я думаю, что нашим горожанам будет интересно и было интересно увидеть, они уже смотрят этот фестиваль. Скажите, а своих работников предприятия Никатеры заставляете ходить на фестиваль? Не заставляют, что это? Нет? Все хотят сами ходить. Ну, нет, знаете, мы... вот обязательно там в договоре в пятницу, чтобы был в театр, приду, проверю. Нет, ну у нас на предприятии тоже организованы мероприятия через наш профсоюз, наши работники посещают и театры, и концерты, есть такая возможность, поэтому заставлять никого не надо, все и так, в принципе, хотят этого. Мы поняли вас. Ну, кстати, вот сейчас фестиваль, вот Homo Ludens, достать билеты просто нереально. А вот работала бы ты на Никотере? Это предложение. Не ко мне вопрос, как бы. Ну, хорошо. А сами ходили на фестиваль? Да, конечно. Я ходил на фестиваль, смотрел. И мне очень понравилось. Это было просто интересно. Зал был полный. И вместе с семьей мы получили огромное удовольствие. Это замечательно, что в Николаеве проходят такие фестивали такого действительно масштаба. И что есть люди, которые поддерживают эти фестивали. За что огромное спасибо вам в лице всего порта Никотеры. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете фестиваль. Мне лично очень приятно, что так происходит у нас в городе. Ну, я думаю, что обязательно надо поддерживать культуру, воспитывать нашу молодежь, чтобы они знали и были воспитаны духовно прежде всего. Потому что, ну знаете, у нас в моем возрасте, значит, мы, конечно, и играли там в прятки, да, участвовали в школе, был детский кукольный театр. Тогда нас водили тоже в театры. Играли в пекаря. Сейчас, наверное, наша молодежь больше находится в интернете и даже не знает таких игр. Вот. Поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы наши дети были, у них была привита любовь к театру, к искусству. Ну, благодаря вам это все в действии и происходит. Спасибо вам огромное, во-первых, за то, что вы делаете, во-вторых, за то, что посетили нашу передачу, потому что молодежь должна знать людей, которые помогают молодежи приобщаться к театру в лицо. Спасибо вам огромное за то, что делаете, и за то, что пришли к нам в гости. Спасибо и вам.